Кавказский узел публикует видеозаписи, фотографии, сделанные родственниками Магомеда Аушева. Житель ингушского села Икажево Назрановского района Магомед Аушев добровольно явился в полицию 20 декабря для того, чтобы сдать травматический пистолет и написать объяснение по поводу стрельбы на свадьбе в Икажево 14 декабря, сообщают его родственники. Они увидели Магомеда в Назрановском суде 22 декабря. На его теле были следы избиений и пыток. На заседании Аушев потерял сознание, ему вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в республиканской клинической больнице в Назране, говорится в релизе правозащитного центра «Мемориал», куда обратился с информацией о пытках брат задержанного Мурат Аушев. По словам Мурада, в суде его брат успел рассказать родным, что в ночь задержания его вывезли с пакетом на голове в неизвестное ему место, пытали током и избивали, а на следующий день поместили в изолятор Назрановского ГУВД. Комментариями представителей республиканского МВД относительно заявления родственника Магомеда Аушева о нарушении прав задержанного Кавказский узел пока не располагает.